14 по 17 марта во Владимирском ледовом дворце «Полярис» пройдет первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. В нем примут участие около 500 борцов из всех регионов страны. Турнир станет отборочным на первенство Европы и мира. Организаторы соревнований приглашают любителей спорта поддержать команду Владимирской области. Вход на соревнования бесплатный.